Всем снова привет! Я сегодня хочу рассказать вам о линках из кистей, потому что их было много. У меня в основном кисти из магазина RevGosh и две кисти у меня от Mary Kay. Начну давайте с кистей, наверное, Mary Kay. Почему я решила их взять? Потому что многие их хвалят, много о них говорят, поэтому решила просто попробовать. Они не дешевые, я лично считаю, что на них цена завышена. Объясню почему. Вот есть, к примеру, у меня вот такая кисть, она предназначена для пудры, и две кисти, вот эти, они идут с натуральным ворсом. Она предназначена для нанесения пудры, румян, того же бронзера, да, и можно также и хайлайтер сухой нанести. Эти кисти, они, во-первых, после помывки пушатся очень, вылезает ворс. Я не знаю, видно, не видно, никакой чехол не спасает. В общем, сама кисть по качеству, она неплохо сделана, но у меня также было, в принципе, много других, которые также неплохо выполнены, но намного дешевле. Она не колючая, она, хотя вот по ощущениям вот так вот, она такая довольно-таки жесткая. Но я ею наношу румяна нормально и, не знаю, мне ничего в ней не напрягает, кроме цены. Цена завышена, потому что они лезут, эти кисти. Они такие вот жестковатые все равно. И я не понимаю, почему 800 рублей за одну вот эту кисть. Кто вообще придумал такие у них цены, я не знаю. Окей, первое вообще, что я приобрела от Mary Kay, и эта вещь меня не порадовала. В общем, даже могу сказать, расстроила. Вторая кисть шла вот в таком вот чехле. И она выглядит вот так. Я хотела познакомиться с такими вот кистями, с таким срезом, для того, чтобы наносить тональную основу, либо CC-крем. И получается, что первое знакомство у меня было именно с вот кистью Mary Kay. Также из натурального ворса, также качественно именно выполнена сама кисть, в плане вот ручка, все, нигде ничего не хлипенько, не шатается, все нормально. Но вот опять же повторюсь, кисть лезет, когда наношу тональную основу CC-крем, у меня получается на лице остаются ворсинки вот эти, и мне это не очень нравится. Первое применение было вообще суперское. Ничего нигде. Я перед тем, как наносить тональную основу, я ее смачивала, взбрызгивала. Можно каким-нибудь гидролатом, можно просто какой-нибудь термалкой. В общем, смоченной кистью уже наносила тональную основу. Вообще супер было, все нормально, но второе, третье применение, даже нет, вру, третье, наверное, вот после третьего применения у меня стали вот ворсинки оставаться, причем в таких местах, где ты их снимаешь, и остаются следы от пальцев, нужно опять это затушевывать. В общем, не очень комфортно в этом плане, но сами по качеству кисти хорошие, и ворс тот же качественный, он не такой, знаете, вот какой-то действительно может быть дешевый, да, не синтетика какая-то. Немножко подрастроил меня Mary Kay. Я не ожидала вообще такого. Я думала, раз косметика у них качественная, все ее хвалят. И когда-то давно я пользовалась Mary Kay косметикой, но это не моя была косметика, а моей сестры. И я так чисто тестировала. Я еще тогда на тот момент не пользовалась уходовыми вообще средствами какими-то. Я уже говорила, что у меня был один детский крем на все, на руки, на ноги, на лицо. Ну и перейдем к кистям от RevGosh. Честно, долго ходила вокруг них, и как-то, честно, мне стрёмно было их брать, потому что, ну, они как-то выглядели
дешевенько, не в плане цены, а в плане качества. Вот смотришь на них и не хочется их брать, вот как-то так. Ну, в общем, рискнула, взяла. Они шли тоже в таких подобных чехлах, они у меня просто валяются там где-то. Вот начну, например, с этой кисти, тоже взяла, чтобы наносить тональную основу. И, честно, я не жалею. Она наносит ее, кстати, не так, как Beauty Blender. Многие сравнивают вот такие кисти с Beauty Blender. Я не могу сравнить. Она нанесла вот тональную основу как-то очень, очень вообще легко. Я думаю, можно, в принципе, и наслаивать, но она как-то равномерно все распределила. Очень хорошая кисть, никаких проплешин, никаких вот полосок, ничего не осталось. Хотя я вот от вот таких кистей ожидала, вот какие-то полоски на лице останутся, буду ходить как не знаю кто. Сами кисти, вот все вот эти, которые я покупала из Ревкош, они выполнены так же вот именно хорошо, вот ихние ручки. Так же, как и Mary Kay, они именно качественные, ничего нигде не шатается, не отклеивается, и ворс из этих кисточек не вылазит пока, потому что я недавно их приобрела. Пока мне нравится. Еще одна кисть, которая мне понравилась, это вот такая кисть. Она со скошенным срезом, как вы видите. У этих всех кистей идет синтетический ворс, если я не сказала. Вот ею я наношу румяна, бронзер, можно сухой хайлайтер, но я зимой сухим не пользуюсь, потому что мне пудровые текстуры не нравятся зимой. Лицо и так сухое, и у меня пудровые текстуры очень даже заметны, хотя у меня не сухая кожа. Так вот, эта кисть, она очень мягкая, компактная, во-первых, да, из-за ее размера. И она тоже не хлипенькая, нигде не лезет ворс, ничего. Вообще просто суперская, она очень нежная такая, очень нежно наносит и очень хорошо распределяет продукт по лицу. Вот такие две кисти я брала для консилеров, потому что я вот как-то приловчилась наносить консилер этими двумя кистями, ну вот такими вот, да, плоскими, они такие похожи на кисти для нанесения теней, но тени, мне кажется, не очень удобно будет ими наносить, если только, может быть, кремовые, то тогда да. А такие сухие нет, потому что это синтетический ворс, и он именно совсем синтетический, такой, знаете, подобие лески, что ли, но только тонкой такой, более мягкой. У меня до этих двух кистей еще куча таких же есть, но половина из них уже поотклеивались, уже старые, им уже лет, я не знаю, куча. В общем, нужно было заменить, я взяла вот такие две, они стоили что-то там не очень дорого. Одну вот такую взяла для набора Mary Kay, я его буду вместе так использовать, а вот эту вот троицу буду вот так вот использовать. И что я пробовала, вот такую вот я еще не пробовала, но я думаю, она мне тоже понравится. Вот эту я уже попробовала наносить ей консилер, очень хорошо его распределяет, но она немножко жестче, чем все мои предыдущие кисти. Я в принципе думаю, это из-за того, что они пока еще новые, потому что те, я помню, тоже были не особо мягкие. Дальше я буду их мыть как-то, да, и пользоваться ими. Они будут со временем чуть мягче. Если они станут мягче, то я просто к ним привыкну, и все. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите в комментариях, что пробовали, может быть, и вы. Может быть, что-то можете посоветовать. И всех целую, обнимаю. И пока-пока.